Друзья, всем привет, с вами Вайпермен. Я знаю, что лето кончилось, и большинство из вас сейчас учится, и нет времени посмотреть даже на видео на Ютубе. Но, тем не менее, продолжаю делать контент на Ютубе для вас, поэтому наслаждайтесь. В этом видео мы разберем, что лучше, обычная версия PUBG Mobile или Lite-версия, поэтому давайте начинаем. Ну, во-первых, в Lite-версии мало персонажей, поэтому выбор у вас будет небольшой, когда вы будете первый раз играть в Lite-версии. С волосами и цвет волос такая же проблема, поэтому выбор у вас небольшой. А во-вторых, вы не сможете нормально кастомизировать. Нет, ну в смысле, вы можете кастомизировать, но нормально одеть своего персонажа у вас точно не получится, поэтому придется вам смириться, потому что даже задний фон в главном меню вы не сможете настроить, поэтому терпите. Если вы хотите, чтобы ваш персонаж нормально выглядел в этой версии, то либо вы фармите, либо вовсе отдаете последние деньги. И да, вы не поймете, но даже в лайт-версии присутствует донат, поэтому вам придется отдать последние деньги, либо как-то выбить их в течение месяца или даже больше. К тому же, если будете играть первый раз в лайт-версии, то у вас появится такое ощущение, что вы играете в бета-тест, а не полноценный релиз папка. Геймплей, кстати, не изменился, поэтому переходим к графике, то бишь к третьему пункту. Графика на самом деле отличается от оригинала, только потому что ее даже настроить нельзя. Да-да, как вы поняли, в лайт-версии на графику настроить нельзя никак, вообще. На ваших экранах вы смотрите геймплей именно оригинальной версии, а не лайтовой, поэтому, если вам кажется, что PUBG Mobile это уже дно полное, то вы глубоко ошибаетесь. PUBG Mobile это цветочки на самом деле, в отличие от вырезанной версии, поэтому я вас предупреждаю, товарищи графодрочи. Если вы думаете, что это полное дно, то сейчас вы узнаете, что такое настоящее дно, потому что даже в нулевых годах такого графики не было. Итак, что вы видите? Конечно же, это геймплей лайтовой версии PUBG Mobile. Теперь вы мне верите, что в лайтовой версии дела еще хуже? Ну вот молодцы, что теперь доверяете мне. Черт возьми, вот только посмотрите, вот даже самолет выглядит менее качественно, чем хотелось бы. Тем более издалека не видно домов, вот серьезно, просто пустой остров. Вот сами сравните геймплей оригинала с лайтовой версией. Что ж, давайте подводить итоги. Если у вас слабое устройство, то окей, скачивайте на здоровье. Но если у вас мощное устройство, то категорически не советую. Лучше скачайте нормальную оригинальную версию PUBG Mobile. И да, я знаю, что ролик получился коротким, но это всего лишь социальный эксперимент. Если вам зашла такая подобная тема, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте и делитесь видео в социальных сетях. Я не шучу, если вам реально зашло, то я сделаю новую часть, где я буду сравнивать там мобильную, ПК-шную, консольную версию той или иной игры. Вот серьезно, вот прям отвечаю. Если вам не зашло, то окей, не буду продолжать эту тему. Ну а так, вы можете поделиться видео в социальных сетях, поставить лайк, написать комментарий, подписаться, а также добавиться ко мне в друзья ВКонтакте, вступать в группу ВКонтакте, подписываться на второй канал и донатить. Все ссылки в описании, с вами я Вайпермен, всем удачи и всем пока.